Владимир Васильевич, вопрос тут такой. Какой пожар запомнился вам больше всего? Это в 1974 году пожар на открытой площадке каучука на Днепропетровском шинном заводе, так он назывался. Угу. Когда огонь распространялся молниеносно на огромной площади складированного в стеллажах каучука. Температура от горения очень высокая. В принципе, на 150-200 метров обгорали открытые участки тела. Подойти туда было невозможно. Потушить его, это нужно было огромное количество воды для охлаждения, которое невозможно было бы в таком количестве обеспечить стволами. И для этого было принято очень рискованное, ответственное и опасное в то же время решение. С помощью кар, электрокар, значит, вытаскивать эти стеллажи с горящим каучуком и тут же его тушить, дотушивать. Нашлись такие смельчаки, которые машинисты электрокар, которые, значит, туда заезжали, забирали вот эти поддоны с каучуком, вытаскивали, тут же их охлаждали и шли следующие. И таким образом мы уменьшили площадь пожара, уменьшили нагрузку пожарную на квадратный метр и таким образом ликвидировали очаг пожара огромный с минимальным ущербом.